Кровавый комбинат в городе Валмиере – одно из крупнейших предприятий молочной промышленности Латвии. В соответствии с планом социалистической интеграции, в его оснащении приняли участие заводы Чехословакии. Основные производственные процессы здесь полностью механизированы. Досрочно освоить проектную мощность, перерабатывать ежедневно не менее 110 тонн молока. Такое обязательство взяли работники комбината. У сыровара Андрея Дабарса 40-летний трудовой стаж. Своему сложному и тонкому искусству он обучает молодых мастеров. Молочные продукты Валмерского комбината уже зарекомендовали себя как высококачественные и очень вкусные.